Всем привет! Продолжаем путешествовать по работам скульпторов, художников. Варджаварахи, около 1400 года. Необожженная глина, металлическая конструкция, полихромная роспись. 104 на 53 и на 29, неизвестный мастер. Дакини Варджаварахи, в переводе с тибетского «алмазная свинья», символизирует в буддийской философии мудрость и гармонию пустоты. Она считается духовной супругой Чахрасамвары, и часто они изображаются соединенными в знак слияния высшего над физического блаженства и пустоты. В данном памятнике богиня представлена в антропоморфном образе. Ее тело пигментировано в красный цвет, а над правым ухом располагается семантическая деталь – маленькая голова свиньи. Она напоминает о том, что мудрость зачастую имеет связь с диким и необъяснимым. Первоначально Варджаварахи держала в правой руке картику – резак, а в левой – чашу из черепа, называемую капаллой. А на сгибе локтя находился ритуальный жезл. На лбу всегда имеется третий глаз, означающий приближенность к Будде. Все эти элементы ассоциируются с заменой смертного тела человека на вечное, трансцендентное посредством йогических методов. Ну, вот такое описание к работе Варджаварахи около 1400 года из необожженной глины, металлической конструкции, полихромная роспись неизвестного мастера я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.